Центральной библиотеке имени Фазуалиевой состоялось празднование дня рождения женского клуба «Касписка». Сообщество было создано в декабре 2021 года и состояло из 20 девушек. Но сегодня клуб активно развивается, и в его состав входят около 100 представительниц прекрасного пола. Очень много идей поступает от девочек, какие организовать мероприятия. То есть мы сейчас стали пробовать проводить психологические и арт-терапевтические тренинги. Также акцент делаем на патриотические мероприятия. Также в клубе проводится множество мероприятий культурно-просветительской направленности. Поскольку большую часть сообщества составляют приезжие девушки из других городов, для них организовываются круглые столы, экскурсии и мастер-классы. Я присоединилась к нему не с самого начала. Меня привлекли девушки, которые в этом клубе инициативные, интересные, красивые, которые приходят в этот клуб не просто провести время хорошо друг с другом, но и узнают что-то новое. В программу празднования вошли музыкальные и танцевальные конкурсы, а также интеллектуальная игра «Мозгобойня», в которой девушки могли проверить свои знания в различных областях. Также они посмотрели видеоролик, вспомнив лучшие моменты за год и исполнив гимн клуба. Я благодарна каждой из вас за поддержку, за помощь, за ваши идеи, за те приятные воспоминания, которые нас связывают, объединяют. В завершении мероприятия состоялся розыгрыш подарков от спонсоров клуба – салонов красоты «Бьюти Кот» и «Бьюти Рум», фотографа Яны Радюхиной, Центра творчества и обучения «My Soul» и многих других организаций. Мы чувствуем поддержку от всех. Нам очень сильно помогает региональное отделение «Матери России», помогает очень сильно библиотечная система города Касписка и также администрация города.